Тысячи разноцветных огней в небе над городом, как один из символов победы советского народа над фашизмом. В Самаре прогремел праздничный салют, который провели артиллеристы Центрального военного округа. Бойцы выпустили в небо более 400 разноцветных залпов «Ассоль» и «Вега». Для звукового эффекта они произвели 30 выстрелов из орудий Д-30. Горожане, которые находились на набережной в этот вечер, остались в восторге от увиденного. Мне салют очень понравился. Это был самый лучший салют за все года. Я очень рада, что мы победили. Я очень рада, что я приехала. И я сейчас поеду домой и расскажу маме, как было классно. Салют отличный вообще. Прекрасный. Мы очень довольны. Покричали ура. Настроение праздничное. Салют очень красивый. Сочетание цветов, разнообразие залпов. При подготовке к салюту организаторы запаслись одноразовыми масками. Средства индивидуальной защиты раздавали всем посетителям набережной. Также у горожан измеряли температуру. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.